с родителями поздороваться. Здрасте, Искра Марковна. Я вот Лид зашел проведать, а то она вчера себя как-то не очень чувствовала. Ну ладно, Володенька, мы хоть и люди другого поколения, но мы не ханжи. Все понимаем, у молодежи есть потребности. Тебе не пора? Пора. Здрасте. Здравствуй, Володь, пора. Видишь, позавтракать. Спокойно, не дают. На пенсии спокойно позавтракаешь. Володю захвати, вместе поедете. Как вместе? Как короли. На персональном авто с шофером. Твоего тестя, Володенька, пригласили на показ один из членов комиссии, как модный эксперт. Ну что вы встали-то, как истуканы? Марш, марш! Только кеды не забудь надеть. Володя, следи за тестем. Лида. 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 Мам. Чего вопишь? Дай поспать человеку. Чего, чего? Дело есть. Мы с папой видели Володю. Это он от тебя уходил? Не, это он нас обрывать решил. Решил папин транзисторный приемник стащить. Мам, ну конечно от меня уходил. Ну можно поспать человеку. Лид, у вас что? Ну, у вас что-то было? Лида, я не уйду, ты меня знаешь, отвечай. Было, было, теперь уходи. Вот это хорошо, вот это правильно. Хорошо. Молодец, дочь, молодец. Вот только так их можно удержать. Только так. Теперь мы ему, ну, в смысле, ты ему покажешь. Ну, держись, Артемьев. Держись, теперь ты, паршивец, не отвертишься. Мне дадут, в конце концов, в этом доме поспать или нет, мам? Все, спи, спи. Дислоцируйся на кухню. И там, вот, пожалуйста, свои планы строй. Все, доченька, спи, спи. Все замечательно. Замечательно. Ветер птиц на небе выткал золотой осенней ниткой. Я послал тебе открытку, в ней два слова, не грусти. Но ползла она улиткой и плыла по морю рыбкой. Не спеша, не слишком прытко, я и сам уже в пути. Здравствуй, счастье, в белом платьице простом. Здравствуй, счастье, я прошу лишь об одном. Здравствуй, счастье, ты прости меня, прости. Здравствуй, счастье, больше не грусти. Здравствуйте, товарищи. Мы живем в великой стране. Катенька, выше режь, выше. Где ваш Володя? Он обещал с подготовкой помочь. Волосы все назад убери, угу. Все. Выше надо. В смысле выше? В прямом выше. Да куда выше-то? Володя же говорил, что выше нельзя для показа. Угу. Вот в Париже будешь, можешь резать хоть до... А ты-то что молчишь? Тебе же травмату показывать. Прости, дорогая. Моя работа стоять молча. Володь, почему опаздываешь? Мы тут все с ног сбились. Значит, встаем на ноги и работаем. Резать модели запрещаю, они у нас наперечет. Слушай, можно с тобой поговорить? Потом, Таня, потом. Костя! Костя! Покажи мне мужскую коллекцию, а то у меня тут слово такое нелогичное, надо в тексте заменить. Нина Васильевна, с мужской коллекцией такая ситуация, нужно чуть-чуть подождать. Где твои друзья обещанные? Никто не придет, Анатолий не смог. Молодец, молодец, Назарова. Даже ради коллектива не смогла удержаться. Ну что, будем показывать женскую коллекцию. Держи. Время. Пора начинать. Спасибо тебе. Что нам теперь делать? Так, кажется, нам сюда. Ага. Ого! Ничего себе! Всем здрасте! Здравствуйте! Ну что, модельеры, принимайте подмогу.
Анатолий, говорю спасибо, как товарищ товарищу. Но знаешь, что между нами ничего не будет. А я не ради тебя сюда приехал. А ради общего дела. Вот он мне вчера ночью позвонил, все объяснил. А у нас же дома теперь телефон есть. Ну, соседу. Да, герои войны провели, я помню. Вот именно. Назарова, ты, наверное, сильно удивишься, но мир не вокруг тебя крутится. Анатолий, уважаю, гражданский подвиг совершаешь. А теперь раздевайся. Да, да. И вы, товарищи, тоже. За мной, за мной. Здравствуйте, товарищи. Мы живем в великой стране, которая спасла планету, победила фашизм. Но в чем-то мы, увы, по-прежнему считаем себя отстающими и даже смотрим в сторону Запада. Пора это исправить. Мы пригласили вас для того, чтобы показать, что советская мода ничуть не хуже капиталистической и даже лучше. Ведь именно первый космонавт был советским космонавтом. И мы также будем первопроходцами в моде будущего. Итак, внимание! Первая модель навевает мысли об утренней дымке на космодроме и дарит нам предчувствие полета, чего-то великого, неосязаемого. Обратите внимание на силуэт, напоминающий форму ракеты. Использование виниловой ткани еще больше. А я, у меня тут дочка. Это закрытый показ. Таня Назарова. Я понимаю. Покупайте билетики, приходите в другой день. Сегодня нельзя. Да-да-да, не-не-не, а я обещал ей, что приду. Как вы не понимаете, это закрытый показ. И вот наш показ набирает первую космическую скорость. Последняя модель – галактика коммунизма. Дань гению советских инженеров. Прошу прощения, это не последняя модель. Сейчас мы вам покажем еще мужскую коллекцию. А вон она на сцене. Ой. Итак, дорогие переселенцы на Марс, прошу вас на подиум. Ну, что же вы? Все замерли в ожидании. Вот они, наши красавцы. Смелее, смелее. Проходите. Ну. Проходите. Только ты меня, пожалуйста, дождись, хорошо? Хорошо. В крайнем случае, иди в сотую секцию. Сотая, все. Да. Все, давай. Удачи, дочь. Проходите, не стесняйтесь. Смелее, смелее. Смелее. Выходим. Выходим на космическую орбиту. Так будет выглядеть рабочий класс в будущем. Вот она, наша гордость. Как видите, на Марсе немного другая гравитация. Поэтому движения наших переселенцев могут быть необычными. Но это так и задумано. Идите и покорите Марс. Показ закончен. Когда это все уже закончится? Это не кончится.
Никогда. Как обычно, трусливо сбегаешь? Что? Вы о чем? Я вас не знаю. Позвольте пройти. Миньянин, не устраивай клоунады. Ты мне разговор задолжал. Я вам ничего не должен. А мне кажется, должен. И не только мне. Ты столько жизни погубил. Ты предал моего мужа и его дружбу. Ты сломал жизнь моей дочки. Александра, я тогда на суде сказал. И сейчас тебе повторю. Я к твоему мужу прекрасно относился как к другу и как к специалисту. Но он совершил преступление и резонно за это сел в тюрьму. Ты сам-то веришь в то, что говоришь? А ты, Назарова, не Господь Бог, чтобы я перед тобой отчитывался. Саня, как ты со сцены чуть не навернулся? Я вообще не представляю, как в этом ходят и кто. Анатолий, Толь, спасибо тебе большое. Ты нас очень выручил. Всегда приятно помочь хорошему человеку. Ну, давай. Не поминай лихом. Давай. Мама. Кроме себя хвалится. Ой, ну все, захвалили. Благодарить будете, когда разрешение на выезд получите. Таня, можно на минутку? Уж так и похвалить нельзя. Победитель можно? Требует награду. Все хорошо? Да. Ты чего? Если бы не ты, эти метростроевцы так и протоптались бы на месте. Может, станцию прорыли бы. А ты куда вчера оделся? Да я не делся, я просто увидел, как ты с ним целуешься. Ты серьезно? Это он ко мне приставал, а я отбивалась. В таких ситуациях нужно спасать, а не сбегать. То есть ты с ним не... Конечно, нет. Этого еще не хватало. А почему зал пустой? Все уже закончилось? Здравствуйте. Здрасте. Вы за бельем? А, нет, я за Володей. Лид, мы тут работаем, давай потом. А, хорошо, хорошо, деловой ты мой. А можно вас на секундочку? А, дело в том, что я у вас пару дней назад покупала тонкое французское белье. Так вот, вы знаете, там застежка такая неудобная. Ужас, Володя вчера еле справился. А, нельзя ли посмотреть что-то похожее, только чтобы застежка легче? Вы простите, но Татьяне нужно работать. А я помогу вам определиться с выбором. Давайте посмотрим каталоги. Костя, бери Татьяну, у вас в мастерской много работы. А, да, Тань, пойдем. Владимир Сергеевич, а ты сходи к Гладкову. Если позвонят, то прямо ему. Пойдемте, пойдемте. Метростроевцы, ребята, конечно, хорошие, выручили нас, но это в химчистку. Так, Танечка, Танечка, тихо, тихо, аккуратно. Ты что, это же винил. Прости, задумалась. Да, ладно уж тебе. Знаешь, что ты из-за этого Сергеича. Но винил-то в этом не виноват. Ой. В общем, на будущее, если тебя все-таки зашлют в Париж, имей в виду, что винил такого обращения не терпит. Просто треснет. С ним нужно так спокойно, аккуратненько, не нервничать. Сколько можно повторять? Мне не нужен этот
Париж. Занят. А, Владимир Сергеевич, заходите, голубчик, заходите. Ну что, звонили? Звонили. Я вас первый от всего сердца хочу поздравить. Фу, то есть понравилось. И даже очень. То есть все хорошо, мы едем? Конечно, едете, конечно. Но для начала надо выполнить пару условий конечно, комиссии. Конечно, любые условия. Говорите. А вы, Владимир Сергеевич, записали. Так пара же условий. Пара-то пара, на память полагаться нельзя. В общем, записывайте. Поменьше блеска, убрать яркие, броские детали, не советские это приемы. Потом от ткани этой странной просили избавиться. Что там у вас, винил? Винил, люрикс? Вот, не надо этого. Используйте простую рабочую ткань, хлопок, шерсть. Фурнитуру всю замените на стандартную, фабричную. И я вас умоляю, чтобы не было больше этого вызывающего макияжа. А в остальном все хорошо. Поздравляю, Париж ждет. И что тогда колец и останется? Вы же предлагаете убрать весь космос. Ни за что. Космос убирать категорически запрещено. Космос — это замечательная тема, передовая. Но вы предлагаете его сделать серым и безликим, да? Ну почему же безликим? Фасон, покрой, все понравилось. Легкая коррекция. Не знаю, что вам еще нужно. Видимо, ничего. Извините, вынужден откланяться, пойду уничтожать космос. Как думаешь, скоро они позвонят? Не издевайся, пока час назад закончился. Точнее, 1:15. Ты видел, какие мне Степун часы подарил? С водителем прислал. Чайка. Часы. К расставанию. Это твое лицо к расставанию. Ну вот, допустим, нам дадут одно разрешение на выезд. И, допустим, в нем будет написано что-то вроде Константину-то такому-то. Вот кто тогда поедет? Между прочим, могут дать и два приглашения. И одно из них точно мое. Это интересно, почему? Потому что в Париже нужны такие. Какие? Проблемные? Смешно. Нет, вот так вот, Наташенька, и я могу. Мы будем голосовать. Кто за кого? Так по-честному. Танюш, давай, подключайся. Тоже голосуй. Ну не молчи, ты чего? Есть две новости. Опять? Комиссии все понравилось. Вторая, в это все нужно внести несколько правок. То есть я вот хотел бы уточнить, несколько правок ты подразумеваешь несколько сотен, да? Да. Они хотят что-то проще, жизненнее. Хлопок там, шерсть. Им не нравится стиль, яркость, винил. Да и пошли они в жопу! Нина Васильевна, как вы это... Ты ух! А что? Советскому человеку и правду сказать нельзя? Да Париж бы нам овацию устроил! А им подавай. Проще, привычнее. Скучнее. Ничего. Главное, мы знаем истинную цену нашей коллекции. Так что, Володя, переделок не будет. И к черту этот Париж! Нина Васильевна, браво. Угощайтесь из черноплодки. Я-то сначала все переживала, что цвет такой не подойдет. А?
Нет, очень, очень к лицу. А вы давно вяжете? Да всю жизнь. А я не умею, я только шью. Мам. Блудная дочь объявилась. Что ж ты, Назарова, мамку-то посреди Москвы бросила? Я тебя искала, мне сказали, что ты ушла. Да я хотела зайти. Что, тебе чаю? Там у вас на входе милиционер стоит. Ты уже пятую чашку пьешь. Какого чаю? Ну, ты что, намеку совсем не понимаешь? Чем обход сделаем? Извините, нам в обход. Спасибо большое. И вам. Чайку выпьешь? Не, не хочу, ничего не хочу. Да что же это за город такой, что две недели ты тут пожила и все расхотела, а? Да город как город. А вот и нет, злой город, нехороший. И люди тут такие живут. Ты что, устала? Устала. А раз устала, надо домой ехать. А может быть, ты права? Мы на вечерний поезд успеем? А что, прямо сейчас? Но меня тут больше ничего не держит. Не, ну подождите. Ну... Да. Да. Устроили тут коммутатор. О, я в собственном доме слова сказать не могу. Ну как не влезает? А если поставить дополнительные стулья? Ну почему я вас должна всему учить? Ресторан международного уровня называется. Бросили трубку. Ты не хочешь выдать замуж единственную дочь? Мне сватов надо заслать. Все нормально, мы с ЗАГСом договорились. В Праге зал сняли. Сняли-то сняли, а мест не хватает. Вот именно. Как это там не хватает? Там зал на 70 человек. А у нас 100 человек. И куда ты мне прикажешь их размещать? В туалет? А может быть... Слушайте, а может быть, ну его, этот ресторан... Не, ну правда, это мещанство какое-то. Давайте вы просто распишитесь, а мы вам стол накроем. Папа! Да, давайте еще газеточку подселим, под селедочку. Угощайтесь, гости дорогие, нам ничего не жалко для единственной дочери. Все, все, все. Это я сказал просто, просто для примера. В конце концов, в свадьбе главное это не банкет, а счастье молодые. Но. Вот ты вот этими фокусами меня не проймешь. Вот теперь ты доволен? Посмотри, до чего ты довел собственную дочь! Это вы меня довели! Хорошо. Куда надо звонить? В Прагу надо звонить. Спасибо. Чтобы нам было гарантировано 100 мест, как минимум. Ой, Танюша, ты что ли? Я, тетя Валя, здрасте. Ну, моя дорогая. Ну, здрасте. О, тебя прям баня узнать. Думала, какая городская идет. Ой, небось, от московских кавалеров-то, да? Отбоя нет. Ну, а что приехала? Чай, занятие-то в разгаре. Да я погостить приехала, вот маме помочь. А, ну это правильно. Наука подождет. А мама у тебя одна. Ну, мы пойдем, Валентина, устали с дороги. Идите, идите. Молодец, Таня, что вернулась. Молодец. Всего доброго. Всего хорошего, Валя. Алло. Здравствуйте, позовите Назарова, пожалуйста.
Назарова как уехала и сразу всем понадобилась. Как уехала? Вчера же на работе была. Вчера на работе, сегодня уехала. Молодой человек, мне что, по 10 раз, что ли, повторять? Мне за повтор денег не доплачивают. Подождите, вы знаете, куда она уехала? Куда-куда? Домой. Мать ее вчера приехала, увезла. Домой, значит. Хорошо, адрес вы знаете? Я-то знаю, тебе-то зачем? А я хочу рассказать, как в ее общежитии регулярно нарушаются нормы проживания. Как студенты пролезают в неположенных местах, как комендантша спит на рабочих местах. Ты меня не пугай, я пуганная. Бумажка есть? Записывай свой адрес. Черт, из телефона. Владимирская область, город Ковров. Улица Советская, дом 14. Но уж квартиру, извини, не знаю. Сам найдешь. Мне надо кое-что тебе сказать. Да, наверное, надо. И, разумеется, в тот день, когда я решил быть счастливым, вопреки всему. Выкладывай, что случилось? Ты пойми, так вышло. Ты только не злись, пожалуйста, в этом никто не виноват. В общем, завернули нас с Парижем второй раз. Можно было подумать, кто-то верил, что вы поедете. Я тебе персональный Париж устрою. Жиль! Мон ами. Вот, та самая девушка, с которой я давно хотел тебя познакомить. Невероятная Наталья. Глеб не обманул. Да? И что же он вам про меня рассказывал? Что Наполеон пришел в Россию из-за вас, но ошибся на полтора века. Манифик, да? Да. Я вас оставлю. Познакомьтесь поближе. Чин-чин. Я? Да, да, ты. Подойди-ка сюда. Ты чего здесь шпионишь? Добрый вечер. А. Ты по чью душу-то приехал? Я Назаровых ищу. А, ну я так и поняла. Москвич, значит. А че это сразу москвич? Давид у тебя такой. Ну, прям как у моей коровы. Ее за стойло выводишь, она всего боится, озирается. Да-да, такого мне еще никто не говорил. И не скажет. А окна Назарова, знаешь где? Вон они, смотри. Вон там. Ага. Ну, спасибо. Угу. Я пойду. Иди. Слышь, чтоб Таньку нашу не обижал. Не буду. Ну, как тебе жили? Для капиталиста очень даже. А что? А то, что я прошу тебя о помощи. Понимаешь, Жиль человек из посольства. И если мы заручимся его поддержкой, он вывезет мои картины на Запад. Покажет нужным людям. И меня уже не посмеют тронуть. И мы попадем в Париж сами. Без твоей золотой секции. Заручиться поддержкой? Так ты это называешь? Чтобы я с ним... Ты должна понимать, что рано или поздно меня посадят. В тюрьму, психушку, право найдут. Но лучше уж так, чем стукачом становиться. Гости дорогие, с вами хорошо, без вас лучше. Спасибо, что пришли и ничего не сломали. Глеб вас проводит до стоянки такси, а вас, Жиль, я попрошу остаться. Спасибо. Вы же хотели посмотреть на работы в более спокойной обстановке. Вам холодно? Немножко зябко. Зябко? Я, простите, не знаю такого слова. Неважно. Вы хотели посмотреть на работы? Работы... Бесспорно хороши. Но если позволите, я немного покритикую.
критикуйте. Вот это полотно. На нем не хватает ярких красок. Радости жизни. Она как будто ждет, чтобы ее сделали живой. Ей нужно расслабиться. Испытать силу красок. Танечка, к тебе пришли. Что, Володя, надолго вы к нам? Как приняти. И что же вам, в Москве скучно стало? А то мне Таня другое рассказывала. Мам, я разберусь. Володь, тут дальше по Бельмана есть гостиница хорошая. Тебе как раз подойдет. Ну, может быть, если не поздно будет. Да ничего не поздно. В крайнем случае, можно на лавочке. Ночи сейчас теплые, плюсовые. А что же вы вашу Лиду в Москве оставили? Она ж поди там волнуется. Мам, я сказала, я разберусь. Действительно, Володь, приехали бы вдвоем. Мы гостям всегда рады. Послушайте, я знаю, как я выгляжу в ваших глазах. И это моя вина. Но мне нужна Таня, и я приехал. Лида нас больше не побеспокоит. Интересно. А она в курсе, что она нас больше не побеспокоит? Или ей телеграмму надо с почтам-то кинуть? А? Мам! Что? Ты-то уши развесила, а я как моя должна молчать в тряпочку? Вот был бы твой отец здесь, он бы этого Володи с лестницы спустил. Мы с Володей пойдем прогуляемся. Такой холод. Ничего не холод. Володя, вы меня извините, пожалуйста. Можете оставить нас вдвоем на пару минут? Да, я в коридоре. Он из другого мира. Он побалуется и вернется, а ты страдать будешь. Мам, вот ты знаешь, последние 2 недели меня учили, как надо жить все, кому не лень. Только все эти люди несчастны, как и ты. Как вы можете знать, как правильно? Может быть, я хоть раз в жизни сама приму решение, надо мне это или нет? Fais gaffe, mon pote. Hein? Bonsoir. 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 Смотри, что достал. Ну, таксиста купил. Втридорога. Вот кто в наше время действительно жирует. Я смотрю, нам есть что отпраздновать. Жиль доволен. Ты чё такая молчунья? Он же тебе нравился. Сама сказала. Признайся, тебе ведь это нравится? Если бы не хотела, не стала бы с ним ложиться. А так... себе удовольствие доставила. И мне помогла. Удовольствие? Ну так. Шлюха и есть шлюха.
Это правда, что ты про Лиду сказал? Ты думаешь, я к тебе в город приехал врать? Не знаю, Володь. Репутация у тебя, сам понимаешь, сомнительная. А ты не веришь слухам. Да при чем тут слухи? Я по тебе сужу. Ты мне за 2 недели душу разворотил, словно плуг по земле прошелся. Ну, прости. Я не знал, что так получится. Жил, как жил. Вечеринки, приятели, пустые встречи. Сказали жениться, ну, думаю, дело не хитрое. А потом встретил тебя. Ты куда? Беги за мной, если не просто так приехал. Где мы? А это моя однокомнатная квартира. Удобств нет, воды нет, зато вот. Я сюда часто приходила после того, как отца забрали. Как ты на речку. Ты так и не рассказала, что случилось. На швейной фабрике пожар случился. Люди погибли. Прислали проверяющих из центра. Те вскрыли огромную недостачу. Мой папа директором был. И все, конечно же, решили, что это он проворовался. Давно это было? Мне 6 лет было. Чего? Так давно? Да. Вредительство, антисоветчина. Пожар тоже на него повесили. Мол, заметал следы. Значит, будь он здесь, он бы спустил меня с лестницы, да? Будь уверен. Тогда слушай Назарова. Выходи за меня. А кольцо где? Черт. Вот. Не знаю, как в кармане оказался. Подойдет? Ну, по-моему, неплохо. Что-то случилось? Вот сидим с мамой, решая, в чем на свадьбу идти. Она хочет в синем платье. Я говорю, не надо, невесту затмишь. Володя пропал. Слава Богу, жениха, да? Мам, а ты ведь, небось, так не мучилась, да? Куда?
На сей раз. Никто не знает. Зотов сейчас пытается выяснить. Пытается? Что-то я смотрю, все пытаются, а я одна в положении. В положении? Мама, в дурацком положении, в идиотском положении, мама! Послушай меня, дочка. Мой переход в министерство завершен уже. Зотов заднюю не даст. Может, ну и эту свадьбу? Зачем так себя мучить? Значит так. В субботу я выхожу замуж. За Володю, не за Володю. Это уж он как хочет. Что, соскучился? Не переживай, скоро вернется. На полставки работает. Спать хочешь? Нет, я поел что-нибудь. Сейчас придумаем. Должен вам сказать, так дальше продолжаться не может. Должны сегодня же, должны сегодня же. Что вы тут делаете? Я убила его. Что же у меня еще дверей? И не заходите. Ася Китаевич прекрасно знает, что вам можно и без доклада. Здесь то, что вы просили. Ну, это прекрасно. А что по поводу отъезда нашего дорогого товарища Артемьева? Я поспрашивал, вот Илья никто наверняка не знает. Вроде уехал к Тане. Татьяне? Значит, уехал к гражданке Назаровой. Как же я сам не догадался, а? Теперь я могу быть свободен? Свободен? От свободы погибнет человек. Как червь, житель недр земных, гибнет на солнце. Это откуда? Это я говорю всем борцовщикам и несунам. Вроде вас. Шутка. Это Максим Горький. Ну что, теперь, когда у меня в руках эта папка, мне остается принести вам свои извинения. Стало совершенно понятно, что организатор банды не вы. Банды? Ну, конечно, банды. А как по-другому? Тут налицо преступный умысел. Попытка наладить контрабандный канал. Поставки за рубеж. Стратегически важного нашего ценного сырья. Так что осталось кое-что подписать, и вы свободны. Донос. Вообще сразу донос. Показания? Показания. И вы не волнуйтесь так. Не волнуйтесь. Есть же хорошие новости. А теперь, когда стало понятно, что это не вы, ничто не мешает вашему переводу на Кузнецкий. Так что ждите, надейтесь и верьте в ваше светлое будущее. И после пункции печени попрошу вас произвести еще один забор крови. У вас как с видом крови, с иголочками? Вижу, что хорошо. Вы молодец. Мужчина должен быть бойцом. Верно я говорю? Вы устраивайтесь поудобнее, устраивайтесь.
Я вас отсюда никуда не выпущу, пока не вылечу вас от желтухи и прочих последствий распутной жизни. Но я всего лишь ударился. Да. Я здесь доктор, и мне виднее. Да, и чтобы не было вопросов, сразу вам говорю, у вас подозрение на индийскую инфекцию вируса Е. Слышали про такое? Неважно. Посещения запрещены. С ним точно все будет в порядке. Кто о чем, овшивая баня? Да все с ним будет в порядке, с Глебом твоим. Он в руках лучшего доктора. Последнего мужчины в Москве, который видит в тебе человека. Ну, давай, выбрасывай. Выбрасывай, чтобы я видела. Ты же сама так решила. А может, его сдать куда-нибудь? Он вообще-то казенный. Союз художников, например. Сейчас это придумала, да? Да. Все, сдали. Больше тебе это не дом. Ты обещал рисунки показать. Их искать долго. Ну да, в ваших-то хоромах. Ого. Давно ж ты мечтаешь. Удивительно. Ты московский аристократ, и вам рожала. Я или очень глупая, что опять тебе доверилась? Или... Или что? Или люблю тебя. Что? Люблю тебя. Откройте! Комитет госбезопасности. У нас приказ об аресте и конвое в Москву. А можно еще разочек? Я не успел рассмотреть. На каком основании вам рассматривать? Ну, хотелось бы знать, каким транспортом вы меня везете, каким классом, по какому приказу, кому. А мы не вас везем. Татьяна Назарова? Пойдемте. Подождите. Подождите, а в чем ее обвиняют? Подождите, вы не имеете права. Допустите, покажите приказ, вы не имеете права! Володя, я прошу, не надо! Ничего мне говори, не подписывай, слышишь? Так, я все решил. Ну, пирог не поспел, конечно. Хочешь, тебе с собой положу, а? Минутка есть? Не знаю, Веронечка. Бутерброд с сыром, помнишь? На выходные забыл? До сих пор запах выветрить не можем. Сука. Такие вещи лучше с пистолетом, конечно. Мой возьми. Вон на комоде лежит. А я возьму, а он не заряжен. Я нажму, он не выстрелит, да? Но сила же не в пулях. А в решимости идти до конца. Не бери, последний раз предлагаю. Ты что с ней сделал? Где она? Ничего обещал. Если не образумишься. Ты же душу не бросил.
к любовницам едешь. Кто бы говорил про любовниц? Как ты мог? Я доверяла тебе. Я защищала тебя в любой ситуации, когда все были против. А ты поступить так низко, так подло, так недостойно! Ты слышишь, что я тебе говорю? Он тебе... Замолчи! Я разве такого сына вырастила? Мне за тебя стыдно! Успокойся, Верочка. Успокойся. Парень просто не знает, как себя проявить. Мам, да ты слышишь, что я тебе говорю? Он тебе изменяет! Я видел его с другой женщиной! Ты специально это все выдумываешь, чтобы очернить своего отчима. Потому что ты давно его ненавидишь. Потому что ты хочешь, чтобы мы с Евгением... Чтобы я... Ну, что ты возрастные дела полез, а? Только матери больно сделал. Зачем? Прости, мама. Верочка. Верочка. Не слушай всю эту ерунду про любовницу. Я положу тебе пирог. Выткал золотой осенней ниткой. Я послал тебе открытку, в ней два слова, не грусти. Но ползла она улиткой и плыла по морю рыбкой. Не спеша, не слишком прытко, я и сам уже в пути. Здравствуй, счастье, в белом платьице простом. Здравствуй, счастье, я прошу лишь об одном. Здравствуй, счастье, ты прости меня, прости. Здравствуй, счастье, больше не грусти. Пропустите, я к родственнику. По важному делу. Не положено. У меня, слышите, я племянник Нагорного. Да хоть сам сын. Не положено, и все. Да вы что, сдурели, что ли? Что значит не положено? Узнаете что-нибудь? Все узнаю. Это авангард советской моды. Передовые работы. Это что? Это винил. Вам говорит это о чем-нибудь? Многое говорит. У кого был куплен материал, в каких количествах и кому хотели продать секрет изготовления? В смысле секрет изготовления? Какой же это секрет? Из него год уже шьют в Америке. В Америке? С кем контактировали с посольства? Я? Молчать! Отвечать на вопросы! Ничего не можете вспомнить? Хотите продолжить позже? Могу организовать вам 2 часа отдыха в общей камере с уголовниками-мужчинами. Хотите? Хотите? Если нет, пишите уже. Ну и как поживает наш гость со столицы? Свободен, дальше я сам.
Выпейте. Что-то не хочется. Сигарету? Может, хватит притворяться добреньким? А кто же вам сказал, что я притворяюсь? Ну, я догадываюсь, кто вы. Мне Володя рассказывал про своего отчима. Наверное, он говорил, что у меня рога и копыта, и что я на завтрак ем маленьких детей, да? Скажите, пожалуйста, вы знали о планах Володи организовать контрабандный канал ценного для Запада материала? Планов, простите, Володя? Ваш этот считал, что главное я. Отвечайте на вопрос. Вы были в курсе или нет? Ну, тогда можете идти. Что? Ну, а что? Мы были обязаны формально вас допросить. О его планах вы ничего не знали, ну, а она нет, как говорится, и суда нет. Я прошу прощения, если мои сотрудники немножко перегнули палку, и вы свободны, я даже могу вас проводить. А я надеюсь, вы ничего не подписывали? Нет. Ну, вот и хорошо. Танечка, у меня же тоже есть недоброжелатели. И поверьте мне, что они наверняка воспользуются этой ситуацией, чтобы как-то досадить мне. Ну, вы же понимаете, о чем я. Вы говорите про Володю? Да. Да. Вы очень смышленая девушка. И очень мне нравитесь. Вы же напоминаете мне меня самого в юности. Я же тоже поднимался с самых низов и достиг всего сам своим трудом, упорством. Ну, другое дело ваш отец. Но я вас уверяю, что ему тоже можно помочь. Ну, при должном вмешательстве органов. Ну, почему не дать человеку шанс на новую жизнь, на свободу? М? Ну, конечно, об этом рано говорить. Но пока ваша судьба висит на волоске, что еще хуже судьба моего пасынка. Потому что за вас я не волнуюсь, вы девушка сильная. Вы справитесь. А вот из этих ваших заигрываний за границей Володя может погибнуть. Я пока не очень понимаю, что мне делать. Чем я могу помочь? Ну, он сейчас сдается. Ну, на какое-то время. Ну, пока все это как-то не уляжется, уехать из Москвы на год, на два, дождаться Володи. А потом уже уехать с ним вместе. Ну, хотя нет, нет, нет. Лучше порознь. Ну, вместе небезопасно. Не лучше ли нам тогда с ним вообще не встречаться? Прощаться проездом. Ну-ну. А это хорошо, что ты здесь-то. Тебе же второй день красавчик твой ходит. Все спрашивает, где ты. Я говорю, уехала. Он не верит. Анатолий. Ну да. Зинаида Ивановна, а нет у вас случайно денег, а? Рублей 10. Я как до дома доеду, я вам перевод обратно оформлю. И расписочку напишу, как вы любите. Я б дала. Пётр Петрович не разрешит. Загорелся мыслью в Болгарию в отпуск поехать. Так что ничем не могу. Извини.
Не меняйтесь, Зинаида Ивановна. Хороший вы человек, монолитный. И не объясняйте мне ничего. Нет, так нет. Пойду у Рая спрошу. Таня, а говорили, ты уехала? А какими судьбами? Набрала мне, что ли? Я второй день приезжаю, думал уже закончить. А я по привычке целую кастрюлю щей наварила. Забыла, что одна жива. Слава богу, Толя пришел хоть поесть, что-то блюдо попадать, да? Да. Нельзя же так, как снег на голову сваливаться-то. А меня попросили комнату прибрать. Скоро жилица новая заедет. Милые мои, помолчите, пожалуйста, Рай. Я случайно в Москву попала. Можно даже сказать, недобровольно. Будь добра, одолжи мне на билет обратно, а? Я как приеду, я все тебе телеграфом вышлю. А как это можно в Москву недобровольно попасть, не собираясь сюда? Да, Татьяна, вы уж объяснитесь, а то очень подозрительны эти ваши разговоры. Ага. Все понятно. Счастья вам двоим. Странная она все-таки. В нехорошем смысле бедовая. Угу. Щи, говоришь, наварила? Да. Покушай. Давай. Думала, больше не увидимся. Ты помнишь, мы когда с тобой первый раз встретились, ну, когда я пришла к тебе, ты сказал, что тебя заставляют жить жизнью какого-то другого человека. Носить его штаны, жениться на его невесте. Что внутри ты другой. Так вот, ты меня тоже втянул в чью-то чужую жизнь. Все эти безумные планы. Париж, жизнь у моря. Рестораны с какими-то кирами. Джаз. Допросы, в конце концов. Мне этого всего не нужно. Я внутри другая. Я люблю работать. Я люблю свою маму. Я люблю простых людей. А вы все непростые. Таня, чего уж проще. Я встретил девушку. Она сказала, что любит меня. А теперь говорит, что я, видите ли, не из ее круга. Таня, ты любишь меня или нет? Нет. Ну вот и я нет. Тогда из-за чего весь сыр-бор-то? Ну ты сдала оборону. Спасибо, было неплохо. Но у меня завтра свадьба, если не забыла. Меня тоже. Анатолий позвал. После того вечера с танцами. Я думаю, это будет очень хорошая партия. Он такой, знаешь, человек, вот как мне нужен. Вот такой конкретный, простой человек. Ну, я тебя поздравляю. Я тебя тоже. С браком. И вообще, счастье, здоровье, вот чтоб дом полная чаша. Да, тебе тоже. Вернулся за новыми знакомствами. Ну, это правильно. А мы там с друзьями, отходная перед женитьбой. Давай к нам. Нет, спасибо, старик.
Боюсь, что уже не дойду. Все шатается. Везет. А можешь мне то же самое, 6 штук? Слушай, я должен тебе кое-что сказать. В общем, за все, что ты сделал в ателье, я тебя не просто уважаю. Ну, ладно тебе, Кость. Ты тоже хороший человек. Давай, удачи тебе, и чтоб твоя одежда в космос полетела. Бывай. Это мне? Нет, это мне. О, спутник сгорает в слоях атмосферы. Верещагин, давай тост. Можно я? Я не люблю говорить. А, как же. Но по такому случаю... За Володьку. Вот это тост! Потрясающий тост. Дима Свен просто истинный оратор. Спасибо, товарищи. Мне будет очень не хватать наших мужских посиделок. Ничего, Кирюха, потерпи, скоро ты станешь самым главным мужиком среди их нюнь. Будем с тобой баб обсуждать. Тебе кажется, уже хватит. Я, конечно, свой в доску мужик, но все же девушка. Лучше давай расскажи про свои стройотряды на Сахалине, мы тебя перебили. Да смех один. Ехать строить ДК железнодорожников, хотя туда даже рельсы еще не подведены. Получается, дорог нет, а железнодорожники есть, причем уже культурные. Абсурд. Ну за абсурд. И бессмысленность существования. Кажется, тебе тоже хватит. А где, говоришь, записываются в эти стройотряды? Так, живот, не втягивай мне тут. До завтра выдохнем, все разойдется. А что это вы как грубо со мной разговариваете? У вас день не задался? Так не надо на мне отыгрываться. Давайте мы не будем делать вид, что я не знаю, кто вы. Мы, между прочим, из-за вас потеряли ценную сотрудницу. Уж прям-таки ценную? Да вы не переживайте, я проездом тут. Володю приехала благословить. Не здесь он, надеюсь? Кто? Артемьев. А, так ты же не знаешь. Уволился он. Да, сегодня Гладков приходил и сказал, что все, закончилась его служба. Наигрался, похоже. Да доигрался, я бы сказала. Мои поздравления. А Нина у себя? На больничном. Угу. После показа никак не отойдет, вся в расстроенных чувствах. Гладков про тебя спрашивал. Даже как будто расстроился, что ты уехал. Слушай, что на тебе за наряд? Да, экспериментальная модель. Завязывай ты с этими экспериментами. Пошли. Я так тебя Гладкову точно не пущу. Знаешь что, если ты меня решила переодеть, тогда я сама выберу во что. Здравствуйте. Проходи. Мне сказали, что вы меня искали. Искал. Угощайся. Ой, спасибо. А что, Нина Васильевна не сообщала, что я уволилась? И словом не обмолвилась. Я потому и в недоумении. Мне, значит, говорят, лично в руки гражданки Назаровой вручить торжественной обстановке, а тебя и след простыл. Не понимаю. Сетников приходил, говорит, поздравьте с запоздалым началом учебы. Растет, говорит, растет смена талантливых специалистов. Я тебя ищу, а тебя раз и нету. Ну, как это? Да какая разница? Учись, студент. Обучение, кстати, вечернее, так что, если захочешь работать у нас, ты ведь поэтому тут? Утешительный приз. Что? Какой приз? Этого я ничего не знаю. Меня просили передать, я вот
Ну что же ты, бери. Спасибо. Ага. Назарова, ты как меня нашла? Да в приемной сказали, что вы уже ушли, но обязательно зайдете в библиотеку. Мне поговорить надо. Что случилось? Только тихо, пожалуйста. Что? Тебе не нравится, что вечернее? Да нет, я просто подачек не хочу. Что я с этим буду делать в Коврове? Буржуйку зимой топить? Ковров. Как там старообрядческий храм? Стоит еще? Картошку там, наверное, хранят или уже музей открыли? Не знаешь? Ну, молодежь. В таких местах живете. Вы все в космос стремитесь. Вы бы лучше землю сначала обустроили. А вы были в Коврове? Был. Я работал в Коврове с твоим отцом. Я был его замом на фабрике. А он был моим другом. Наверное, моим лучшим другом. И последним. Я все ждал, когда он правду начнет говорить на суде. Имена называть. Мое имя. Он молчал. Молчал. Так и взял всю вину на себя. А когда его уводили, сказал, у меня никого нету ближе тебя. Позаботься о них. Это и твоя семья тоже. Я испугался и уехал. Что смотришь? И смотри. Пожар это вы устроили? Нет. А растраты? Да, ты права. Я тебя, когда в списке поступивших увидел, я тоже струсил. Я представил себе, что ты ходишь по коридорам и здороваешься со мной. Ты пойми. Ты пойми. Я даже деньги ей посылал, Шуре. Потом я приехал в Москву, я закрутился. А потом она вбила себе в голову, что он взял из-за меня. А это не так? А? Возьми билет. Меня переводят в министерство. Мы с тобой в этих коридорах все равно больше не встретимся. Возьми. Очень жаль. А то был бы прекрасный тандем. Институт – тряпка. И ректор – тряпка. А я уже и не чаял. Правильно вы так говорите? Не чаял? Бонсуар. Что бы ни было недомолвок, у нас с вами не свидание. Très bien.
Я хочу попросить вас свернуть все начинания по продаже работ Глеба. Я бы рад, но я еще не начинал, так что нечего сворачивать. Как это? Нет, не поймите неправильно, я собирался. Но такие вопросы не решаются по телефону. Мне нужно нанести несколько визитов в Париж, а я туда еду только через месяц. Впрочем, я для одной картины нашел покупателя. Если вам не жалко вдруг с ней расстаться. Что за картина? Ваш портрет. Природной, так сказать, красоты. Я поняла. Вы знаете, я подумаю. А работа у меня. А с Глебом, пожалуйста, разорвите все связи. Всего хорошего. S'il vous plaît. Простите меня. Вам не за что просить прощения. Мы с вами оба совершили ошибку и доверились не тому человеку. А теперь я хочу, чтобы этот человек не извлек никакой выгоды. Вашей помощи будет достаточно. До свидания. Я хотел бы увезти вас в Париж. Я хотел бы. Но не понимаю, как это предложить, в каком качестве. Чтобы не потерять вас совсем. Если я позову вас замуж, вы скажете, что я идиот. А если предложу быть конкубиной, содержанка, как вы говорите, вы решите, что я мерзавец. А вы сами хотите? Париж. Вы сначала отвезите мой портрет. Посмотрим, как там будет мне нарисованный. Шампанское, правда, не держим. С ним все хорошо? О, блеск лучше всех. Да и сядьте вы в самом деле. Надо поговорить. Нет. На этот раз не он вас позвал, а позвал я. Господи, зачем? Вот, на блошином рынке купил для него. Красивые, как настоящие, правда? Ему в этом месяце еще предложение 5 надо сделать. Бедный. Я не понимаю. Вы не понимаете? Вы-то как раз все понимаете. В отличие от всех этих профурсеток. Вожу ему их, вожу на дачу десятками. Думаю, что он солит их, что ли. А тут среди них вы. Хорошая девушка. Не такая, как все. Десятками возите? Обманщик он и аферист. Всем врет. Нервы мотает. Замуж зовет. То развожусь, то не развожусь. То с женой сходится, то расходится. И вам нервы мотать будет. Нельзя так. С вами я не позволю. Вы? Почему здесь вы? Потому что я насквозь вижу, что вы не такая. Просто в голову в себе вбили, что такая. И что нужен вам генерал. Так. А что мне нужно, если не генерал? Любовь настоящая. И чтобы вам не врали. И чтобы видели, какая вы есть. И, может быть, хорошая порция селедки под шубой. А если я вам скажу, что я не верю всей этой вашей бредовой истории? Тогда я вас попрошу посмотреть вон туда, за перегородкой.
Можно вас? Жалко, здесь сидят. Налейте, раз предлагали. Прошу вас. Благодарю. А вообще у меня на даче есть шикарные шашлыки. Здравствуй, Василий. Куда едем, дрожайший? Ух ты, ложи. Сгорел так пугать. Чуть кондрашка не хватило. Ну, значит, квиты. Я вчера, когда конвой у твоей двери увидал, сам чуть не умер. Ну, думал, все, человек по этапу пошел, и чего хуже. Хоть бы вышел, объясни. Я бы вышел, если б не высшая степень секретности. Вообще не вовремя с Зотом схлестнулись. Он мне звонил вчера. Да уж не сомневаюсь. Ладно, куда едем-то, не сказал. Да куда я? Я думал, на свадьбу, но тебя вряд ли в таком виде туда пустят. Меня пустят. У меня дядя министерская шишка. Правда, туда собрался? У тебя такой вид, будто ты собираешься сбежать. Опять. Сам-то не сбеги. Ты всем гостям пообещал, что ты будешь. Ладно, надо серьезно поговорить. Ты в порядке? По спине постучать? Стучать не надо. Главное, чтобы другие не настучали. Ты вот что. У парка притормози, выйдем погуляем. Понял. Так о чем ты хотел поговорить? О Зотове. Сколько у тебя до регистрации? Час, полтора? А то ведь это разговор такой. Да знаю я, какой это разговор, который ты вести не хочешь. Ха. Давай так. У тебя три вопроса. Правду говорить обещаю всю или нет, не обессудь. Хорошо. Не торопись. К этому больше никогда не вернемся. Да и этот разговор в случае чего буду отрицать, сам понимаешь. Итак, три вопроса. Первый пошел. Что у них произошло с отцом и почему мама его так любит? Что ты слышал об отце? Застрелился из стабильного, когда его шли брать за растрату. Сжег все в печи, испугался. Догадываешься, кто шел его брать? Это ведь он обставил дело так, будто спас ее и приютил ребенка. Только гнида Зотов тут ни при чем. Это Сережа сжег все бумаги, чтобы сестра не попала под статью. Но ты, наверное, сам догадался, раз так ловко сформулировал вопрос. Итак, вопрос второй. Почему вы все его так боитесь?
И это ты знаешь. Он паук. И все у него болтаются на ниточках. Дерни за любую, вот хотя бы за твою, твоей свадьбы. И закачаются на другом конце жертвы. Забьются в конвульсиях. И я там вешу, и Ситников. Так, про запас, как консервы. И ждем, когда он нас всех сожрет. А может, и обойдется. Вопрос третий. Почему его просто не прихлопнуть? Можно. Со всей его паутиной. Только знаешь, не беги вперед паровоза. Всему свое время. Все собрались? Да кто все-то? Катя, опять ее шуру-муру обычные. Хань здесь. А вы Назаровой замену нашли? Я? Нет. Это теперь ваша забота. Точно решили? Решила, решила. Хватит все время задавать вопросы по 7 раз на дню. Давай уже. Собирай всех, объявим. Может, все-таки не надо? Вы же хороший руководитель. Вы хорошая, да вы лучшая. Руководитель, может, я и хороший, но модельер. В общем, директором сотой секции я хочу предложить назначить тебя. Нина Васильевна. Так. Знаю я это, Нина Васильевна. Ну-ка, рассказывай. Меня берут на Кузнецкий. Да. Даже какого-то помощника дают, Зайцева. Комитет выправил характеристику. Внезапно. И когда ты мне собирался это сказать, а? Это отлично. Хотел лишить меня такой хорошей новости под конец. Тогда подпишите заявление сегодня. Исключено. Ну? Еще не хватало, чтобы вы все разбежались. Как же я тогда туда на работу устроюсь? А вот и придумывай сам. Ишь ты, перебежчик. Ладно, неси свою писульку. И Ханю мне позови тогда. Разговор есть. Вы же вместе приехали. Да. Но он пошел переодеться. Переодеться. Сбежал. Придет. Спорим на щелбан? Послушайте, можно как-то это все... Иди, иди, иди. Чтобы как он придет, мы сразу... Я и так уже все заполнила. Только подписи ваши нужны. Наконец-то явился. А где костюм? Лид, я не могу. Что ты не можешь? Антон, ты что, издеваешься? Я же тебе сказала, не сейчас. Не мое все это. Что? Не мой крой, не мой фасон. Давай так распишемся. Где расписаться? Это все из-за костюма. Ну, конечно, из-за чего ж еще? Пойдем. Ты меня так больше не пугай, пожалуйста. Да я еще не начинал, Ледок. Ты о чем? Я взял билет сразу после свадьбы, уезжаю на Сахалин. После свадьбы? После свадьбы хоть на орбиту.
Лидия Вениаминовна, согласны ли вы стать женой Владимира Сергеевича? Вы еще спрашиваете. Это да? Да. Хорошо. Владимир Сергеевич, согласны вы стать мужем Лидии Вениаминовны? Да. А вы какого ответа ожидали? В знак верности и любви обменяйтесь кольцами. Володенька, что это? Лид, прости. Что это я тебя спрашиваю? Володя! Прости! Володя! Простите меня все! Врачующийся, вы куда? Володя! Это считается? Мы муж и жена? Почему вы молчите, объявляете? Ну что же вы? Он же сейчас… Значит, здравствуйте, Ханна Давыдовна. Добрый день. А? А? Все хвастаешься, да? Это другое. Значит так, дева моя, слушайте мне, мотайте на ус. Так. Сразу замуж за генерала? Бессмысленно. Помните, ты другое пел. Ну, когда это было, моя дорогая? Да вот. Ну, генерал. И что? А Леша? Леша. Ему предложили место в посольстве. Какими судьбами? Да я в обед вот забежала. В ателье работаю. При Академии наук. Хорошо там, ничего. Глаза-то обратно просятся, да? Надо к тебе как-нибудь заглянуть. Мне же костюм для Парижа нужен. Ну, чтобы подчеркнуть деловой характер визита. Что? Слушай, ну мы всегда рады таким посетителям. Ой, ну вот вы посмотрите. Вся команда в сборе, как в старые времена. Ой, Хань, ну не драматизируй, мы неделю не виделись. А где Костик? Ему не до нас. Он как в дом модели ушел, все, к нам не заходит. Вот сейчас было бы идеально, если бы открылась дверь и зашел он.
таких, как вы с Костиком, мы тут с Ханей зашиваемся. Ну, мы работать. Работать. Здравствуй, Таня. Я не стал ждать ответа на первое письмо. С нашей погоды никак не знаешь, когда его доставят. Если б ты знала, какое это счастье впервые дышать полной грудью и наблюдать, как появляется жизнь там, где вчера была непроходимая чаща. Кажется, я наконец занят настоящим делом. И за это я благодарен только тебе. Поэтому я мечтаю лишь об одном. Может быть, через год или через 20 лет, когда во всем мире не будет границ, я окажусь в Париже и за столиком уличного кафе засмотрюсь на проходящую мимо девушку в красном платье и узнаю в этом платье твою работу, тогда я пойму, что ты тоже вздохнула полной грудью.